хотел бы прочитать, с вашего позволения, ваше стихотворение. Первое называется «Лес». Не ходи в этот темный лес, в этот темный час. Не ложись под ольховый куст, не ступай на суп. Будь настрём, ты болен, терпи. Завернись в матрас и лови долетающий с улицы каждый звук. Не ходи в этот лес, даже в теплом своем плаще. Земляника, грибочки, елочки, корешки, не ходи. Береженного Бог там клещит, да и вообще там найдется кому распутать твои кишки. Не ходи в этот лес, пропускай фестивали кино. Не присутствуй на митингах в днях современных искусств. Ведь на время болезни, как издревно заведено, ты свободен от светских манер и гражданских чувств. Браво. Хорошо. Оно называется «Тихое». Где-то за поворотом белой фонтанки кротом странные ходят люди, ищут чего-то, ждут. Даже не скажут, что им, даже не спросят, кто ты, молча тебя обступят, под руки поведут. И приведут под своды, за вековые стены, в полуподвальный холод, в средневековый мрак. Баба, косая ямочки, платьице до колена, встретит тебя, усадит рядом и скажет так. А на седьмой народе люди живут в болоте, голод, клопы да крысы заживо жрут людей. А на шестой народе, той, что стоит напротив, косит людей чахотка, черной чумы людей. Дальше. На пятой роте дикий живет народец. Пьянство, близёж, до драки близко не подходи. А на четвертой роте все поспокойнее вроде. Бьют, с сожалением грабят, с крестиком на груди. Дальше. На третьей роте люди живут вольготней. Там у стола сытнее, а у печи теплей. А на второй народе чистые подворотни, кованые скамейки, шубы из соболей. Но на первой роте золото в позолоте. Возле дверей лакеи, мрамор, столы в шелках. Знай же, смирение духа, шаг к спасению плоти. Так тебе скажет баба с ямками на щеках. Скажет и удалится, мягко закроет дверь. Ты остаешься каяться в чьей-то чужой вине. Эхо шагов раздастся, словно в пустой пещере, и растворится вскоре в каменной тишине. А тишина такая, будто еще немного, и разразится взрывом, лишь догорит фитиль. Будто не рвёт из свода, щупальца осьминога сдавит себя, как губку, и изменяя стиль. Между тобой и прошлым, занавесью фанерной, неразрывная плоскость, мейрова стена. Можешь казаться храбрым, можешь смеяться нервно, только страшнеет смех. Вся эта тишина. Каждому человеку место в своей квартире. Кайся теперь, что вздумал переступить порог. Ибо любой порядок, что существует в мире, все-таки есть порядок. Как бы он ни был строг. Сходятся строки улиц, строят свои кроссворды, ветры летят по ротам, розовый снег в клубе. Не разомкнутся своды, не разомкнутся своды, не разомкнутся своды.